Мы сейчас сидим за моим компьютером, потому что я хочу показать Ксюше свой фильм, который я сделала со своей подругой Настей в классе, наверное, в шестом. Я даже когда-то его постила в паблике, но я не помню. Но кто-то из вас помнит, и кто-то мне уже говорил. Короче. Как тебе? Genius. Ну что, хотите узнать, как я здесь очутилась? Ну слушайте. Транзишн, как тебе? Ну, вообще-то, да. А что отдать? Это ну, тайна? Это тайна и такая штука, которая заставляет тебя смотреть фильм с интересом. Она бежит, смотри, как классно! Я думаю, ты бежишь с камерой. Машина, которая попала в кадр. Это насколько это гениальная склейка вот с музыкой, как все это с музыкой вяжется, ну просто. Вот надо было обрезать, но нет, я нет. То есть она погуляла, подумала о своей жизни, о том, что произошло, и тут бам, мужики. А это? Класс, да? Я сам свой большой фанат. Просто she's not amused. Тут уже маньяк не стал заморачиваться. Вот эти бриллианты? Да! Мне нравится вот это. Класс, да? Класс. Она, это, у нее грусть. И она ногой такая. Смотри, как будто ее увозят. Насколько опять тайминг. Я просто поймала машину. Смотри, класс, да? Надо было вот здесь начать. Очень но... долгий разворот. Да, да. Мне это нравится. Блин, я можно покажу тебе свой первый фильм? Да, ты мне ни разу не показывал свои дисклейчики? Конечно, можно. Она не отдала бриллиант, правда, ей не сказали, и зимой как. Ее украли. Да, как можно отдать бриллиант? Никаких не было. А почему? Со стула? Пойду, а то чай остывает. А на стулах, никого нет, все ушли. Пьет чай. И плачет. Посмотрела в камеру все равно. Блин. Ладно, это смешно. Тут начинается почему-то стиль фильма меняется на 180 градусов. Это супер бэдэс. Я это сделаю. Диалог. Я убью тебя. Ты что, действительно смотришь? Ты хотел убить меня, и я это сделаю, и убегает. Копирайтер. Зима. Наступила зима. Слушай, вот это респект. Спасибо. Как? Я вот я ради этого момента хотела тебе просто... Как? Блин, это очень круто. Спасибо. Вот, смотри. Ну, спасибо, Ксения, что присоединились сегодня ко мне. Thank you for having me. И вам спасибо, дорогие телезрители, что посмотрели это видео. И надеюсь, я вам сделаю ссылочку на этот фильм. Вот.